Ну, как бы я в моряке 15 лет, но вот последние, наверное, полгода стала внимание уделять больше макияжам. То есть я всегда специализировалась на уходах за кожей. А тут подруга порекомендовала, говорит, посмотри на YouTube Елизавету. Посмотрела и попала как раз вот эти буквально последние дни набор курсов. Ну, правда, получилось так, что я постоянно в командировках, то есть, ну, все это было как бы... И вот ваше вот это обучение, то есть оно дает мне какую-то уверенность такую, что я смогу справиться с самим консультантом. Появились клиент-цыгане. Уверенность в том, что я могу справиться с макияжем благодаря твоим курсам, наверное, все-таки дала мне смелости поработать с цыганами. То есть как бы сейчас стали нюдовыми макияжами пользоваться. Но эффект, конечно, такой. То есть, ну, Ты там первый заказ пришел. революцию у них в таборе сделала, 40 походу. тысяч, да, первый заказ от них пришел.